Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня к вашему вниманию я предлагаю замечательную модель летней кофты, блузы, которая вяжется очень легко, просто и быстро. А посмотрите, как она смотрится. Стильно, интересно. И такой топ блуза должна быть в гардеробе, я считаю, каждой женщины, девушки. Выглядит модно, стильно, подойдет для повседневной носки. Для вязания подойдет пряжа любая по составу. Блузу, которую вы видите на фото, она связана из мягкого хлопка. В двух техниках. Основной узор кофты связан крючком, а обвязка, резинка, которая идет по вороту, рукавам и также низ, обвязаны спицами, резинкой 1х1. В конце видео я для вас размещу схемы вязания основного узора, также схемы, каким образом оформить и связать вырез горловины и, самое главное, выкройку. Для вязания образца узора я выбрала мягкий 100% хлопок. Название пряжи Belle Ombre Batik. Крючком 2,5 буду вязать. Метраж пряжи 900 метров в 250 граммах. Набираю цепочку из воздушных петель. Раппорт узора состоит из двух рядов в высоту, 5 петель в ширину. Приступаем к вязанию первого ряда. Набираю цепочку 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаю от конца цепочки 4 петли. В пятую петлю провязываю один столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Значит, мы связали с вами один раппорт. Сейчас приступаем к вязанию второго раппорта. Пропускаю 3 петли цепочки. 1, 2, 3. В четвертую петлю провязываю один столбик с одним накидом. Вот этот столбик, это будет у нас началом раппорта. В следующую петлю, во вторую, провязываю второй столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Раппорт заканчивается. Третья петелька воздушной. Пропускаю 1, 2, 3 петли цепочки. В четвертую петлю провязываю один столбик с одним накидом. Вот этот столбик с одним накидом, который мы сейчас с вами связали, это начало следующего раппорта. В основу раппорта входит 2 столбика с накидом и 3 воздушные петли. Давайте проверим, сколько петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываю в следующую петлю второй столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Связали еще один раппорт. Приступаем к вязанию следующего. Раппорт у нас начинается со столбика с одним накидом. Пропускаю 1, 2, 3 петли. В четвертую петлю провязываю столбик с одним накидом. Начало следующего раппорта. В следующую петлю провязываю второй столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Пропускаю 3 петли цепочки. 1, 2, 3. В четвертую петлю провязываю один столбик с одним накидом. В пятую петлю провязываю второй столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Все, связали раппорт. Приступаем к вязанию следующего раппорта. 3 петли пропускаю. В четвертую провязываю один столбик с одним накидом. И в пятую петлю провязываю
второй столбик с одним накидом. Данный вид узора можно вязать прямыми и обратными рядами, как мы сейчас с вами будем вязать, а также можно вязать по кругу и по кругу поворотными рядами. Так как кофта вяжется отдельными деталями, то я вам буду показывать только, как вяжется узор прямыми и обратными рядами. Лицевая сторона узора будет у нас там, где вяжутся все нечетные ряды. Изнаночная сторона узора будут ряды расположены все четные. Вяжем четный ряд по изнаночной стороне. Второй ряд узора. 3 воздушные петли подъема. Они засчитываются у нас как за столбик с одним накидом. Один накид на крючок. Значит, во всех четных рядах мы будем вязать столбики вогнутые, а в нечетных рядах выпуклые. Вяжем один вогнутый столбик. Крючок направляю на себя, завожу вот таким образом, огибаю столбик с одним накидом. Столбик с одним накидом первого ряда лежит на крючке сверху, с лицевой стороны сзади. От работы провязываю один столбик с одним накидом. Он же у нас получился как вогнутый. Немножко подтягиваю кверху. 3 воздушные петли. Все, связали один раппорт. Вяжем следующий раппорт. Один накид на крючок. Раппорт начинается со столбика. В данном случае у нас будет связан во втором ряду один вогнутый столбик. Значит, ввожу крючок на себя, огибаю столбик с одним накидом. Вот этот столбик, ребро, должен лежать на крючке сверху. И провязываю столбик с одним накидом. Подтягиваю столбик кверху. Один накид на крючок. Ввожу крючок на себя, то есть с задней стороны от работы. Огибаю столбик. Возвращаюсь. Столбик лежит на крючке сверху и провязываю поверх столбика один столбик с одним накидом. Связали 2 вогнутых столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. Все, связали один раппорт. Это по счету второй раппорт. Вот первый, второй. Вяжем третий раппорт. Провязываем 2 вогнутых столбика. Первый провязали. Также вяжем второй. Три воздушные петли, связали третий раппорт. Вяжем четвертый раппорт. Опять же провязываем 2 вогнутых столбика. Три воздушные петли, связали, это у нас по счету четвертый раппорт. Вот эти столбики подтягиваем кверху, чтобы
выпрямить ряд по высоте. Вяжем пятый раппорт. 2 вогнутых столбика с одним накидом. На самом деле это все очень быстро вяжется. Я специально показываю медленно для тех вязальщиц, которые еще не умеют вязать выпуклые вогнутые столбики. 3 воздушные петли, связали раппорт и заканчиваем вязать ряд. Провязываю 1 вогнутый столбик с одним накидом и 1 классический с одним накидом. Вот этот крайний столбик слева я буду провязывать в 3-ю петлю подъема. Это 1-я петля от столбика. Все, связали с вами 2-й ряд. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Смотрите, так смотрится узор с лицевой стороны и с изнаночной стороны. Чтобы уменьшить ажурность, вы можете сократить количество воздушных петель. Здесь связано 3 петли между столбиками. Можно связать 1-2 петли, и будет тоже очень хорошо смотреться. Вяжем 3-й ряд узора. 3 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание на лицевую сторону. Теперь мы вяжем с вами выпуклые столбики. 1 накид на крючок. Ввожу крючок от себя, огибаю столбик, получается сзади. Крючок лежит под столбиком, столбик на крючке. Провязываю 1 столбик с одним накидом. Связали 1 выпуклый столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Вяжем 2-й раппорт. Опять же 1 накид на крючок. Завожу крючок справа налево под столбик. И поверх столбика провязываю 1 столбик с одним накидом. При такой технике вязания мы связали 1 выпуклый столбик с одним накидом. Вяжем 2-й выпуклый столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Вяжем следующий раппорт. 2 выпуклых столбика с одним накидом. Три воздушные петли, связали раппорт, вяжем следующий раппорт, 2 выпуклых столбика с одним накидом. Когда вяжутся столбики с выпуклые с одним накидом, то мы получается поверх ребра вот этого столбика сверху вяжем 1 столбик с одним накидом. И у нас вот такой вот образуется выпуклый столбик с одним накидом. А вогнутые вяжутся таким же образом, только с изнаночной стороны узора. 3 воздушные петли и заканчиваем ряд, провязываем 1 выпуклый столбик с одним накидом и 1-2 у нас будет классический. Классический я провязываю в 3-ю петельку подъема. Вот 1-я, 2-я, 3-я. Это самая первая петля,
который идет от столбика выпуклого. Все, связали с вами 3 ряда. Раппорт узора состоит из 2 рядов. Далее вы вяжете 4 ряд так же, как вязали 2, 5 вяжете так же, как 3. То есть все нечетные ряды вяжутся по принципу вязания 2 ряда. Это выпуклые вогнутые столбики с одним накидом. А все нечетные ряды вяжутся, как мы вязали с вами 3 ряд. Все столбики вяжутся как выпуклые. Связала я образец. Вот такой вот он получился. Вид узора с лицевой стороны и с изнаночной стороны. Узор очень объемный, рельефный. Данным видом узора можно связать не только кофту, которую вы видите на фото, летний вариант, а также прекрасно будет смотреться жилет, кардиган, жакет и туника. Теперь давайте с вами приступим к расчетам. Если посмотреть на выкройку изделия, то кофта связана отдельными деталями. Полотно спины и полотно переда. Вырез горловины можно связать круглый. Как связать вырез горловины в виде круга, смотрите схемы вязания в конце видео. Если вы начинающая вязальщица и не умеете читать схемы, то свяжите квадратный вырез горловины. И также его можно обвязать спицами либо крючком. Варианты обвязки крючком смотрите. У меня есть плейлист на канале, где я уже собрала много мастер-классов и представлены для вас разные виды обвязки края. Если бы я связала данную модель кофты, то я бы связала ее, конечно же, с подрезами. Ширина подрезов может быть от 3 и даже до 10 сантиметров. Это общая ширина, то есть если разделить, получается деталь спины, переда 1,5 и 5 сантиметров, до 5 сантиметров. Вот этот отрезок может быть. А общая ширина, когда вы соедините детали, вот такое значение. Для чего вяжем подрезы? Пройму для того, чтобы было комфортно в носке и красиво смотрелась сама кофта. После того, как вы связали кофту, выполняете швы, сборку. Со способы сборки я также вам показывала. Смотрите мастер-класс, каким образом я сшиваю детали. Можно сшить простой швейной иглой, а можно при помощи крючка. Напишу вам, смотрите мастер-класс по сборке. Часто вы мне тоже задаете вопрос, а как же сшивать изделия вязаные? Никто не показывает, редко кто показывает. Вот специально для вас, по вашим просьбам, я сняла такой мастер-класс. Ссылку смотрите в комментариях под видео. И также в описании. В 2 местах я оставлю. Именно под этим видео. Каким образом рассчитать вот это расстояние? Сколько же оставить сантиметров для отверстия для руки, для рукава? Можете посмотреть выкройку, а можно воспользоваться моими расчетами. Обхват руки в самом широком месте, в районе предплечья. У каждого будет свое значение. Прибавляете 6-7 сантиметров на свободу прилегания. Для примера. Допустим, вот у меня обхват руки 33 сантиметра. Я прибавляю 6 сантиметров. Получается 6-7, допустим, 40. Это общий обхват руки. Делю на 2 и получается вот этот отрезок 19-20 сантиметров. Я всегда оставляю. Это оптимальное значение для размера 48-52 российский. В процессе примерки вы можете также вот этот отрезок регулировать, изменять по своему усмотрению. Далее выполняете боковые швы. И при желании вы можете оставить несколько сантиметров на разрезы, а можете сшить целиком до самого низа. Далее
проводится работа после того, как вы все соединили, все детали, по обвязке. Край обвязываете кофту, можно обвязать, как вы видите на фото, спицами, резинка 1 на 1, либо 2 на 2. Значит, одна лицевая, одна изнаночная. Либо 2 лицевых, 2 изнаночных. Можно обвязать крючком. Здесь рукава также обвязываются, резинка спицами. И горловина обвязывается тоже спицами, а можно, как я вам говорила, обвязать крючком. Вот такая красота в результате у вас получится. Как вы убедились, вяжется. Принцип вязания очень простой, ничего здесь мудрить не надо. Придумывать все просто, смотрится очень элегантно, стильно, модно. Подойдет данная модель абсолютно всем, на любой возраст можно связать. Раппорт узора в ширину состоит из 5 петель. Измеряем один раппорт. Получается, по моему образцу, 5 петель – это 1 сантиметр. Если мы вяжем изделие, например, кофту, жакет, то для расчета нам необходимо снять мерку с фигуры. Это обхват груди по самым выступающим точкам. Выполним расчеты для размера 50 российский. Обхват груди. Значит, это Россия. По выступающим точкам возьмем 100 сантиметров. И также, так как у нас это свободная модель, сделаем с вами прибавку на свободу прилегания от 2 до 4 сантиметров. Если хотите связать более свободную модель, то можете связать размер оверсайз максимум 6-10 сантиметров на свободу прилегания. Делаем расчеты. Значит, в одном сантиметре у нас сюда входит один раппорт узора, примерно 5 петель. Следовательно, если обхват груди 100 сантиметров, значит, необходимо связать 100 раппортов. 100 умножаем на 5, значит, начальный ряд, начало вязания, цепочка определяется следующим образом. Обхват груди 100 умножаем на количество петель в раппорте. И получается, цепочку нам надо набрать 500 воздушных петель. Делим на 2, получаем 250. Деталь переда и деталь спинки. Каждая деталь будет по 250 петель, так как вяжем отдельными полотнами. Значит, у нас получается всего сумма 100 раппортов для 50 размера. И на каждую половинку 250 воздушных петель. Значит, 100 раппортов делим пополам, получается 50 раппортов 50 размер. 50 размер равняется 50 раппортов спина плюс 50 раппортов перед. Вот таким образом делаем расчеты. Это без свободы прилегания, то есть у вас кофта будет по фигуре. Так как узор, он в принципе хорошо тянется, вы по желанию своему можете делать на свободу прилегания, либо не делать. Если на свободу прилегания будете делать, то необходимо прибавить 2 раппорта. То есть у вас будет всего 51 раппорт и 51 раппорт. Общее количество 102 раппорта. Может быть 52 раппорта и 52 раппорта. Это получается свобода прилегания 4 сантиметра. И вот по такому образцу, к примеру, вы вяжете кофточку.
Как связать резинку? Набираете просто петли на спицы. Вот так вот. Набираете, переводите их на спицу. При помощи крючка можно. Здесь можно край сузить. Я бы сначала связала тело кофты, а потом делала обвязку, как я вам говорила. Эти петли переносите на спицы круговые. На примере 50 размера я вам показала, как можно выполнить расчеты. Вы измеряете со своей фигуры, берете мерку обхват груди. Если будете вязать кофту, если будете вязать тунику, то обхват бедер. Если у вас обхват бедер больше, чем обхват груди. По этой методике определяете количество рапортов, петель и приступаете к вязанию вещи. После того, как вы связали кофту, выполнили все швы, сборку произвели, осталось вам выполнить обвязку. Значит, низ кофты обвязываете резинкой 1 на 1 либо 2 на 2. Набираете петли на спицу, можно при помощи крючка, можно при помощи спиц. Вот так вот. Сразу же с крючка переносите на спицу и вяжете резинкой. Будет очень красиво. Мне очень нравится, когда при вязании используются несколько техник. Очень красиво смотрится изделие, если вязать и крючком, и спицами. Вот смотрите, здесь видите, если будете набирать для резинки, то надо набирать, конечно же, с лицевой стороны петли. То есть разворачиваете вязание на лицевую сторону кофту и набираете по нижнему краю петли для резинки. Также за счет резинки можно уменьшить ширину полотна, и получается у вас край немножко стянется. А можете связать свободное. Надеюсь, вам кофточка, которую я сегодня вам предложила связать, понравилась. В конце видео вы найдете все материалы для удобства вязания. Я с вами не прощаюсь. Жду вас завтра на очередном мастер-классе. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Поставили лайк, поделились этим видео в социальных сетях. И, конечно же, благодарю, что вяжете вместе со мной. С вами была Елена Ремина. Всем пока-пока. До новых встреч.